Кристина Асмус месяц скрывала свой новый цвет волос, автор 23.12.2020. Некоторое время назад Кристина Асмус удивила фанатов радикальным преображением. Впервые за всю жизнь она согласилась на покраску волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Примечательно, что изменения были действительно заметными. Актриса отказалась от своего светло-русого оттенка в пользу черного цвета. Теперь она решила рассказать, насколько сложно ей дались эти перемены. Как оказалось, Асмус длительный период скрывала от публики изменения в привычном облике, пользуясь различными париками. Также звезда призналась, что первое время после покраски никак не могла привыкнуть к своей новой внешности и даже пугалась собственного отражения в зеркале. Ранее Асмус ни разу не меняла свой природный цвет волос, поэтому испытала легкий стресс от этих экспериментов. По ее признанию, некоторый период новый цвет волос ей просто нельзя было демонстрировать публике, поэтому она решила всячески маскироваться. В спектаклях Кристина играла в париках, а в личный профиль Инстаграма выкладывала старые фотоснимки и сторис. Кристина рассказала, что поначалу даже пугалась своего облика, но сейчас уже и не помнит себя прежнюю. Асмус нисколько не разочарована новым цветом волос, однако решилась на эксперимент только ради очередной роли и никогда бы не сделала подобного шага в реальной жизни. Как оказалось, знаменитости все же комфортнее со светлым оттенком. Один из своих париков звезда показала подписчикам и поведала, что он должен был имитировать ее натуральные волосы во время маскировки. По мнению звезды, этот атрибут вполне мог бы стать частью ее новогоднего образа. Поклонники актрисы оценили ее иронию, отметив, что эти кудри очень ее преобразили. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.